Та ви знаєте, я тут сижу у ранковій студії і думку гадаю, бути чи не бути, бити тут чи бити тут. А як там кажуть в пісні «На цю і на ту наб'ю собі тату». І сьогодні ми у прямому ефірі будемо говорити саме про татуювання. Але як казав твій тато, наби собі на лобі спочатку, а тільки тоді. Пан Василь. Хай набиває, це нормально, це стильно, модно, молодіжно. І тому саме про тату ми будемо спілкуватися сьогодні у ефірі і запросили до нас в гості Миколу Дубровіна, засновника тату-студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, перше запитання, є тату на собі чи немає? Так, звісно, як сапожник без сапог не може бути, тому у мене теж є рукав. Покажемо? Так, без проблем. Делали давно, но, тем не менее, до сих пор сохранилось хорошее качество, детализация. Вау! Ого! А ого. Тут, знаєте, тут мої улюблені персонажі. Ось Вовк, і я вже трішечки дивилася на рекламі. Бо ти молода вовчиця, да? Так, ще я тебе зрозумів. А там ще мавка є. Ось якщо показати, ну, дуже гарно. Спасибо. Скажіть, будь ласка, а скільки років вже займаєтеся саме тату-майстерністю? Я сам не мастер татуировки, но в этой индустрии уже сам больше 3 лет. Так, да. Начинали с дистрибуции товаров вспомогательных для салонов, для студий, для магазинов, которые торгуют этими всеми делами. И потом как-то уже постепенно перешли к своей студии, к открытию. Вот, и вот сейчас занимаемся уже конкретно нанесением татуировки. А когда тату стало таким популярным? Бо раньше был такой стереотип, что тату мали только те люди, которые были якось позбавлені воли, а зараз дуже популярно. Да, был стереотип такой, сейчас на данный момент уже, слава богу, понемножку мы меняем мышление и переходим на другое. И, наверное, вот если брать какой-то отрезок времени, то это приблизительно 10 лет. Вот за последние 10 лет татуировка изменила и направление, и стиль, и более прогресс пошел в этом направлении, и больше молодежь начала подключаться в это все движение, и перешли вот на такой формат, как сейчас есть, как украсить свое тело. Дивіться, у мене татуювання взагалі немає, і в мене весь час запитання, як людина це наважується. Тобто ви, в принципі, і є людина, яка причетна до цієї діяльності, людина, яка має татуювання. От як прийшла ідея, і знаєте, для мене це має бути якийсь сенс. Чи дійсно тату має мати сенс? Чаще всего люди приходят делать татуировки спонтанно, вот под воздействием эмоций. Случилось какое-то событие у человека, и вот он хочет его как бы себе сейчас запечатлеть или просто вот захотелось ему сейчас сделать. Это вот не совсем осознанный подход, и мы пытаемся определить, человек в таком состоянии сейчас находится или нет, или это осознанное его решение, он там годами вынашивал там идею, допустим, или просто желание сделать татуировку. И мы уже с ним работаем и помогаем ему уже сформировать его идею в целом, как бы уже видение на его теле. Поэтому вот такие вот два формата есть. Я считаю, что один неосознанный подход, который эмоция пришла, и уже как бы сформированная идея. А если пришел, и он еще не готов до этого? Вот это спонтанно вырешилось. Вы відмовляєте, чи кажете, давайте щось інше вам придумаємо? Нет, мы выслушиваем человека, что он хочет сделать, допустим. И уже мастер, если это хороший, профессиональный, качественный мастер, у него большая насмотренность и опыт. И он знает, какие идеи можно предложить человеку на услышанную от него. Вот, то бишь, он там предлагает один вариант, а мастер говорит, а давай вот так. И переделывает, чтобы это уже было выглядело хорошо на коже, естественно, современно и было актуальным на протяжении долгого времени. Ви сказали, що, знаєте, вислухали людину, потім набили. Це якийсь такий тату-психолог виходить. Да, 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 да. Так і є, на самом деле. Це ж часто приходять люди, починають ще щось розповідати, да? Да, обычно вот за татуировкой стоит еще какая-то история, которая к чему, как она привела, и вот начинаем разбираться с этим, а потом уже доходим до... Давайте мы сначала про это поговорим, а потом уже про татуировку. Я маю запитання ще в тому плані, що у вас ділюсь таке, як це сказати неправильно, не чорно-біле, це татуювання, але один кольор. Это, да, это чорно-біле. Але є ще кольорові. Да, да, конечно. Що в тренді зараз? Тяжело сказать. В Украине все-таки я считаю, что больше черно-белое. Но идет тренд с Европы, с определенной части Европы, на цветные татуировки. Мы тоже в своей студии продвигаем цветную татуировку и пытаемся донести для людей, как это интересно может смотреться на коже, в принципе. И, ну, успех некий есть в этом направлении, так что мы рады. А я знаю, что кольорові тату бути трішки більш болісніше. Чи правда це? Тут
С одной точки зрения, да, это правда, с другой нет. Потому что, во-первых, просто вот если краска, это пигмент, по сути, который мы вносим в кожу. И чтобы сделать равномерный слой нанесения, нужно просто его более тщательно и более дольше вносить. А чем дольше человек испытывает боль, тем потом ему кажется больнее. Даже есть такой у нас стереотип в кругах, в тату-кругах, что белый, вот черно-белая татуировка, белый, он больнее. Он не больнее, он просто его вносит в последнюю очередь. И сначала черный делают, а потом в самом конце сеанса добавляют немножко белого. И вот когда уже в конце говорят, а вот сейчас будет белый, и человек знает, что он уже устал, ему уже так больно. И вот в конце он говорит, что сейчас белый будет, и он думает, вот белый точно больный, вот он больнее всего. А по сути никакой разницы нет. А якщо ми заговорили про кольори, теж хочеться чи зіпсувати міф, чи підтвердити його про те, що кажуть, якби... Татуювання, воно ж якби ведеться в шкіру і каже, що воно якось там і заражає кров, і буває, типу, що якась пігментація потім на шкірі може якась відбуватися. Це міф чи правда? Ну, це, я вважаю, правда, з определеної точки зору. Якщо ми... выбрали неправильного мастера или выбрали неправильную студию. Это все может случиться на самом-то деле. Но на данный момент в современном мире есть множество, даже уже если брать какие-то студии не совсем по стандартам, которые работают, даже у них уже, в принципе, шанс что-то, как бы заражение получить минимальный. Но, тем не менее, лучше, нужно подходить с правильным подходом и выбирать студию, которая... абсолютно соблюдает все условия стерилизации, у нее есть абсолютно правильный структурированный подход к этому, чтобы, лучше всего, чтобы использовано было в процессе все одноразовое. Это вот лучше всего. Все одноразовое, полностью подготовленное рабочее место, чтобы бактерии переносились в минимальном количестве. Вот это вот. И что еще скажу самое важное, это уход. Я вот хотел бы донести до зрителей, что уход, вот когда мы покинули стены студии, идем домой, ответственность наша не закончилась. Мы еще дома должны хорошо, качественно ухаживать за своей татуировкой, как минимум месяц. И вот рекомендации все дает мастер. Он дает рекомендации, главное их соблюдать. И тогда все будет отлично. Месяц часу, так в целом, уже заживает за 2 тижні. Да. А за... потом еще потребно так само и мазать мазью, и так само... Да, 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 да. На самом деле регенерация кожи происходит месяц. Мы ее не замечаем. Кажется, что 2 недели уже все зажило. Оно даже не ощущается на вот, текстильно, да. А по сути месяц. А от давайте, якщо ви зачепили цю тему, що бувають випадки, коли міфи справджуються, але треба брати правильного майстра. Розпочнемо з того. Я, папа, тату не б'ю, ні, не збираюсь. Просто для глядачів, які також не мають тату, з чого ми розпочинаємо, щоб знайти ту студію, яка принесе нам задоволення? Я би почав би з насмотреності. Я би почав, відкрив би Інстаграм, і почав студіювати всі студії і всі, взагалі, всіх майстерів, і вибирав би стиль, который мне понравится. Сначала нужно выбрать стиль, который мы хотим изобразить. Я на примере возьму стиль реализма. Это вот точное и правдивое воспроизведение объекта на коже. Вот, допустим, возможно, вы видели, почти все видели, на Крещатике, кто рисует портреты карандашами. Старше так. Да, да. Это вот конкретно реализм, реалистическая передача изображения на холст. И есть ребята, которые рисуют карикатуры, допустим. Ну, те же самые, либо просто другие ребята, которые... Это уже графическая передача данных. То бишь там, где человек уже может додумать, что же имел в виду художник. И вот я вот скажу, чтобы попроще, про реализм. Реалистическая передача. Вот мы находим хотя бы 10 мастеров, кто работает в этом стиле, в реализме. Смотрим и каждому пишем. Спрашиваем, сколько у них стоит их сеанс, где они работают. И желательно, чтобы они выслали вам работы. Чтобы вы посмотрели, какое качество, действительно ли вам нравится качество этих работ. И лучше всего приехать на консультацию в студии. Там-то мы своими глазами и увидим, в каких условиях вам будут делать татуировку. На консультации вы можете задавать абсолютно все вопросы, которые вы считаете нужными. Я бы спросил, допустим, про какие используют они расходные материалы. Все ли у них одноразовое? И если не одноразовое, как они добиваются стерильности для неодноразовых предметов? И понаблюдал бы вообще, в принципе, за процессом работы, как происходит. Все ли нам нравится, комфортно ли нам находиться, вот как мне сейчас комфортно в вашей студии. Это приятно. Комфортно ли вам будет находиться в той студии. Это все в совокупности. И вообще, в принципе, человек ли вам подходит. Вот это вот, вы будете с ним проводить большую часть времени в одном помещении, вы будете общаться на какие-то, вы будете изливать ему душу, а он будет психологом для вас. И вам нужно будет найти общие темы, чтобы вам просто было комфортно. А ребята, которые делают, допустим, вот целые большие проекты, они там и месяцами, и полгода
года и год некоторые ходят, и поэтому там уже лучшие друзья и там родственники. Поэтому... Так сказать, бармен для руки, да? Ну, для тела. Вот сейчас идут тренды, все хотят бить себе татуирование, а кто может стать тату-мастером? Чи це обов'язково освіта повинна бути, чи якісь навчання, чи просто художник, який може малювати від руки? Стати на даний момент мастером татуировки може кожен. Сейчас є много курсів, навіть офлайновых, можно прийти в студию, где вам будут преподавать те же мастера, либо же в Ютубе, есть много сейчас видео на эту тематику. Художественное образование, оно сыграет потом, чуть-чуть попозже, роль, когда вот придет к нам человек, который не знает, что он хочет, и нужно будет нарисовать. Нужно будет не скопировать чью-то идею, да, как принтер работать, а нужно будет нарисовать, создать идею. Вот тут-то уже навыки художественные проявляются. И действительно хороший тату-мастер, он должен быть и хорошим художником. И постоянно оттачивать свой навык именно в художестве, а не в татуировке. А от запитання, все одно, окей, ми відпрацювали техніку малювання, але ж потрібно навчитися набивати. Да. От як іде? Бо в мене просто теж одна цікава історія. Один мій знайомий, тату-майстер, він працював, ну, набив своє перше тату своїй дівчині. Вона досі з ним ходить і каже, от з чого все розпочиналося. Зараз це класні тату. То просто на чому розпочати, щоб все ж таки відпрацювати свою техніку? Есть классический подход к обучению. Сначала это вводная часть, теория. Человеку рассказывают теорию, как вообще, что машинка, что она себя представляет, тату-машинка, что она представляет, как иголки, как это все работает. Есть такая база. Дальше есть такой продукт, называется искусственная кожа. Продается в тех же тату-магазинах, ее можно приобрести, положить и не портя человеку кожу живому, попробовать на ней для начала. Конечно, ощущение внесения, вот момент, когда иголка входит в кожу, и в искусственную, и в живую совершенно разное. Но хотя бы, чтобы человек научился держать машинку правильно и правильно чувствовать вибрацию. Вибрацию, потому что вести ровную линию под воздействием вибрации достаточно сложно. И чтобы человек хотя бы это смог начал делать, контурами обводить, это уже неплохо. Это уже неплохо. И после, да, уже придется пробовать на моделях, на людях, которые готовы вот к экспериментам девушек, мам, папа, как бы можно вот так вот с этого начать. Мам, пап, бабушек, прекрасно. Всю семью на это и на то, да. Если научиться бить татуирование, важко было бы набить себе, вот чисто субъективная думка. А я скажу, у меня даже множество мастеров, которые у нас работают, они первые татуировки делали на себе, потому что вот боялись делать на ответственность. Это же большая ответственность взять и первую татуировку сделать на другом человеке. Они вот, да, себя не жалко. И себя делали. Поэтому это сложно, да, потому что, во-первых, зеркальное отображение в некоторых ситуациях может быть, и неудобная поза. А по сути, и, кстати... Тебе робити больно, но мне кажется, якось... Вот. Себе шкода. Да, себе шкода. Да. Татуювання набити ні, а от... И слышал рекомендацию от мастеров, которые делали сами же себе, что тяжело сконтролировать момент, когда вы слишком передавили иголку, либо не додавили. На другом человеке вы четко понимаете вибрацию и от этого отталкиваетесь. А тут нужно понимать по ощущениям боли. Тяже больно или не больно. И поэтому некоторые слишком уж вводят иголку себе же сами и этим травмируют кожу сильнее. А знаєте, зараз трішечки хочеться зануритися в вашу сферу, тому що, ми знаємо, татуювання бувають красиві, бувають такі курйозні. Угу. Чи пам'ятаєте ви момент, коли хтось прийшов з дуже дивним замовленням, але воно, ну, запам'яталося, там, знаєте, не знаю, якийсь надпис, можливо, знак? Много случаев, знаки безконечности, это больная наша тема в тату-индустрии, те же самые волк-лес, это чаще всего самое банальное, то, что люди хотят, но, тем не менее, мы пытаемся, даже если такие запросы есть, переиграть. Вот снова же включается мышление и образное мышление, и творческое мышление мастера. Он подходит уже творчески к этому вопросу и как-то предлагает. Поэтому даже если какой-то курьезный там момент, то мы пытаемся выйти из положения и правильно, чтобы мы понимаем, что человеку, да, это может быть на данный момент очень интересно и весело, но ему ходить с этим всю жизнь, поэтому мы как бы уже постараемся, чтобы это выглядело хорошо. А вот, например, когда набывают имя хлопца або девчина, данный в
найвіднішому місці, і через 4 дні вони розходяться. Що робити в такому випадку? Да, було таке. Було таке. Просто зачеркуємо і пишемо нове. Серйозно? Було таке, да. Ну, вообще, серйозно? Зачеркнули просто? Прям, прям, вот прям, хочу вот так. Хочу, чтобы зачеркнуть просто и написать нове. Список поповнюється. Каже, в цілому, дивись, в цілому, ти в мене не перша. Ну, есть как бы моменты перекрытия более какого-то плотного, не просто зачеркнуть. Мы советуем, если это свежая татуировка, то сеансы лазера удаления можно парочку сделать. Если это надпись, то тут легче. Тут как бы достаточно хватит, мне кажется, одного-двух сеансов лазерного удаления, можно потом через полгода прийти и перекрыть какой-то красивой композицией. А вот про лазерное выделение. Чула теж про те, що кажуть, воно видаляє, але не до кінця, або якось травмує шкіру. От просто, щоб зрозуміти момент, слід бити тату і не переживати, що можна його вивести, або перед тим, як набити, 100 разів подумати, бо потім не виведеш. Я бы лучше второй вариант. Другий, да, лучше подумать некий раз, а потом уже делать татуировку. Потому что сейчас есть хорошие лазерные установки, которые практически вот под ноль, скажем так, удалят, что будет чисто гладкая кожа без видной татуировки. Но вот разница между хорошей татуировкой стоимостью и выведением с таким лазером в десятикратном размере отличается. Поэтому вы потратите, скорее всего, в 10 раз больше на удаление, нежели на нанесение некачественной татуировки. И плюс, конечно, это 100% будет травматизация очень сильной кожи, очень сильная травматизация. Вы будете восстанавливаться минимум полгода, а то и год. Ну, ваша кожа будет регенерировать. Потому что если и чем вы более плотный себе сделаете прокрас татуировки вашей, тем тяжелее будет потом ее удалить. Линии удаляются намного легче. Поэтому подходите осознанно к татуировке. Мы еще раз дякуємо за те, що розповіли про татуювання. Три поради, будь ласка, ще для наших глядачів, як підійти до татуювання, як обрати майстра, можливо, навіть і передумати, якщо це діти. Насамперед, ось для наших глядачів. Да. Рекомендую первое, это ответственный подход, насмотренность, смотреть больше вариантов, вообще узнавать об этом, не идти к первому встречному мастеру. Дальше выбирать качественную студию, хорошие условия, чтобы вам все подходило. И чтобы человек, который вам делал, подходил вам по духу. Вот я вот. Слухайте, ви неймовірний, і ваше татуювання прекрасне, і те, як ви розказали, одразу хочеться іти і бити, але ми думаємо, перед тим, треба нам це чи ні. Ми вам вкотре дякуємо, що ви завітали, а вам дякуємо, що ви були з нами, і це ще не все. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, а ми і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. Найголовніша умова завжди бути разом з нами, залишати свої вподобайки, писати коментарі і дійсно навіть десь підказувати нам, яка тема вас хвилює.